Меня продолжает мучить моя орхидея. Они никак не хотят распускаться. Прекрасные висят цветы, но в бутонах. Завтра у меня последний день, потом я уезжаю. И я думаю, что они так и останутся в таком состоянии. Ну, может быть, аносмум еще раскроется. Но вот эта паразитка и гастрохилус, я думаю, будут цвести без меня. Очень жаль, конечно, мне придется довольствоваться фотографиями, но ничего не поделаешь. Такова жизнь. Ну, всем спасибо за внимание. Пока.